Жирмуны – это деревня Вороновского района Гродненской области, Беларусь. Основной достопримечательностью деревни Жирмуны является деревянный костел отыскания Святого Креста, который был построен в 1789 году. Данный костел является памятником архитектуры классицизма 18 столетия. Костел в деревне Жирмуны находится в удовлетворительном состоянии. Первый храм в деревне Жирмуны был построен в начале 15 века. Второй храм на старом месте поставили в 1624 году, но до наших дней тот костел не сохранился. Он сгорел во время одной из многочисленных войн. Современный костел отыскания Святого Креста – это уже третий костел, построенный на том же месте. С момента постройки этот храм практически не изменился. Этому костелу уже более 200 лет, что очень немало для деревянного храма. А орган, который установили в нем, еще старше. Его перенесли из старого костела, стоявшего на том же месте. Орган отреставрировали, и сейчас он играет, как и раньше. В новый костел также были перенесены несколько старинных икон и скульптур. Рядом с костелом в деревне Жирмуны расположена небольшая деревянная колокольня 19 века. Территория вокруг храма красиво благоустроена и окружена каменной оградой. Центральный вход на территорию костела в деревне Жирмуны украшает брама. Брама и ограда датируются 19 веком. Неподалеку от костела в деревне Жирмуны имеется также плебания, то есть дом священника и приходская администрация, построенная в начале 20 века. Туристам и путешественникам будет достаточно интересно увидеть этот старинный деревянный костел в деревне Жирмуны.